На полях фестиваля скорости в Гудвуде анонсирована новая электрическая серия в мировом автоспорте – Extreme E. Единым автомобилем для участников станет электрический внедорожник, разработанный компанией Spark Racing Technology. В его основе лежит трубчатая рама из особого стального сплава с деформируемыми зонами и каркасом безопасности. Организатором внедорожного чемпионата выступит Алехандро Агаг, руководитель электрической Формулы И. А сами гонки будут проводить в таких регионах мира, которые сильнее пострадали от изменения климата. В будущее смотрит и марка Audi, которая привезла в Гудвуд гоночный R8. Машина соответствует категории GT2, которая вернется в европейские и американские чемпионаты в следующем году. Атмосферный V10 здесь выдает на 20 лошадиных сил больше, чем у самых мощных дорожных версий Audi R8. Жесткость кузова достигнута необычным способом. Гоночный автомобиль получил шасси и дверные проемы от серийного Spyder R8. Крышу нарастили уже из некоторых готовых элементов от купе с добавлением углепластика, а двери сделали заново. Audi уверяет, что GT2 превосходит по максимальной скорости и мощности аналогичные машины категории GT3 и GT4. От них взяты некоторые детали ходовой части, но облегченные рычаги подвески разработаны заново, а аэродинамика полностью пересмотрена. Прием заказов уже открыт. Первые машины отправят клиентам в декабре, причем купить гоночную Audi предлагают не только командам, но и частным любителям трек-дней.